В универсальном спортивном комплексе Подмосковья прошли соревнования в рамках открытого кубка городского округа Щелково по восточному боевому единоборству «Ситарю». На татами в схватках встретились мальчики и девочки, юноши и девушки, а также взрослые спортсмены от 50 лет и старше. 10 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых медалей завоевали щелковские спортсмены на соревнованиях по карате, которые прошли в рамках открытого кубка городского округа Щелково по восточному боевому единоборству «Ситарю». Мероприятие организовано при поддержке президента Федерации восточного боевого единоборства «Ситарю» городского округа Щелково, главного секретаря Александра Фетисова. Соревнования проходили в категориях ката и кумите. Восточное боевое единоборство – молодой, но динамично развивающийся вид спорта. Он объединяет в себе 4 единоборства стран Восточной Азии. Ситарю – один из старейших стилей карате. Быстрый уход в сторону, разворот с линии атаки противника, мягкое блокирование, перенаправление движения соперника отводящей защиты продемонстрировали на татами более 200 спортсменов из Щелково, Коломны, Солнечногорска, Волоколамска, Мытищ и Москвы.